поет полночную молитву. Сентябрьский ветер, кончен день. Могильный ласкает плиты, крадущаяся чья-то тень. Не сторож, что бредет унылый средь свежевырытых могил, а пробирается к любимой, объятый страстью некрофил. Томим желанием, будто жаждой, стучится кровь в седой висок. Не скажешь нет, коли однажды отпил иной любви глоток. Как пес, смердящий блеклой масти, в поту холодным лоб и пах, слова невыказанной страсти вскипают пеной на губах. Свой путь прокладывая грешный, тревожа скорбных мест уют, он чувствует, как безутешны глаза кладбищенских анют. Залез, смиряя сердце, крики покойно в склепе и свежо. Из уст прорвался шепот дикий: «Я здесь, Мария, я пришел. Прими скорей в свои объятия, дай ощутить блаженство миг». От кольчицев, очистив платье, он в лоно девичье проник, проник, проник. Наступит день безлик и пресен. Лишь не могу одно понять, с чего так нынче бодр и весел директор морга номер 5?